скрытых недостатков, которые известны продавцу и о которых он сознательно не предупредил покупателя, отчуждаемое недвижимое имущество не имеет. Сделка купли-продажи в дистанционном формате. Покупатель из Новоалтайска приобретает жилой дом, который находится в Московской области. Да, такое сегодня возможно. Для совершения сделки ее участникам совсем не обязательно лететь на самолете. Каждый в своем городе должен просто прийти в нотариальную контору. Хорошо, все подписано. Нотариусы заранее готовят и проверяют все документы. Участники сделки видят друг друга. Также нотариусы передают документы на регистрацию. По степени безопасности дистанционный формат с нотариусом не уступает традиционному. Ответственность также гарантирована. Дистанционно у нотариуса сегодня можно совершать сделки не только с коммерческой и жилой недвижимостью, например, такие как договор купли-продажи, договор дарения, договор мены. Да? Также удаленно можно совершать сделки, брать договоры, соглашение об уплате алиментов, соглашение о разделе имущества супругов. В нашем крае этот формат востребован не только гражданами городов, да, но и сельских поселений. Дистанционные сделки, удаленные исполнительные надписи, электронные архивы, машиночитаемые доверенности, нейронные сети – темы большого федерального семинара для нотариусов по использованию информационных технологий, который проходит в эти дни в Белокурихе. Участники – более 150 человек со всей страны. Сегодня более трети нотариальных действий совершаются в электронном формате. Постепенно уходят в прошлое рутинные нотариальные действия. И вот действия, которые основаны на электронных новациях, их количество, конечно, растет. По словам председателя комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариуса города Калуги Олега Головатюка, удобные электронные нотариальные сервисы востребованы одинаково во всех регионах нашей страны. Федеральная нотариальная палата на сегодняшний день создали достаточно серьезную информационную систему. Это единая система нотариата Российской Федерации, которая позволяет совершать всем нотариусам нотариальные действия, которые мгновенно сохраняются в этой информационной системе и надежно хранятся. Безопасность гарантирует Федеральная нотариальная палата. Данная информационная система создана полностью за счет средств Федеральной нотариальной палаты без привлечения бюджетных средств. И нотариусы сами эксплуатируют и сами содержат эту информационную систему, что позволяет людям обеспечить безопасность и надежность совершения нотариальных действий. Обсуждение актуальных профессиональных вопросов и обмен опытом длились 2 дня. Плодотворная встреча позволит также определить дальнейший вектор развития электронного нотариата. Юлия Щепина, Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.